Ребята, у вас суббота? Что вы делаете-то вообще? Скучаете? Скучаете по нам, нет? Итак, смотрите, что у нас здесь сегодня. Сегодня мы порезали хариус, вяленый хариус, чебак. Вот так вот мы его разделали. Есть с икоркой. Не буду врать, далеко не весь сейчас попадается с икрой. Вот. Корюшка сахалинская. Ее мы едим просто вот так вот. Я даже разбирать не стал. Вот, поэтому можете сделать себе классный выходной. Прямо сейчас звоните нам, пишите, сделайте заказ. Мы отправим вам срочно доставочку на такси. Вот. И будете также кайфовать. Вот, сейчас я вам покажу, как я буду кайфовать. Это прекрасно. Итак. Хариус. Я бы его ел просто так. Очень нежная рыба. Очень вкусно. Ну, потом доходите до ребрышек, когда уже все позаканчивается, и начинаете смаковать. Когда заканчивается все, можете есть ребра. Но я делаю так. А смотрите, что я собрал. Я думаю, каждый поймет, это особый кайфец. Это вот прям такие ништячки тут. Кухарики. Чебак. Открываем его. Сначала достаем икорочку эту прекрасную. Это просто волшебство. Потом самого чебачка. В общем, чебак. Мурманский ёж. Как его надо есть? Мужики, когда вы его не знаете, покупаете его домой, учтите, что жены будут ругаться. Он воняет или пахнет. Прям аромат такой стоит, очень специфический запах, но на вкус это просто наркота. Многие, смотрю, просто берут, вот, едят мясо, ну все, а вот эти вот здесь вот, где косточки, да, здесь самое вкусное, вот он, жирочек такой. Это особое удовольствие. Не хватает компаньона. Но на самом деле, один ёж, две корюшки, один чебак и один хариус, ну лично для меня вполне. Я вот это с удовольствием съем. Прямо объемся. А, еще сегодня вот, смотрите, засолили вчера хариус и линок. Вот линочек у нас, смотрите. Я люблю маслом нерафинированным поливать. Кстати, можно было еще перчиком. А это хариузочек. Короче, кайф. Хотите так же? Пишите, звоните.